Говорят, без тьмы мы б никогда не увидели звезд. Без горя не узнали б, что такое счастье. Иногда меня посещает чувство, будто падаю в черную яму. Но стоит только остановиться, и понимаю, что... Биение сердца ничего не напоминает? Вся наша жизнь — это вечные взлеты и падения. Хочешь стабильную прямую? Увы, это невозможно. Разве что только смерть. У каждого из нас есть 168 часов в неделю. Голова, руки, ноги. Порой нам не хватает лишь одного — желания. Всегда будут моменты, когда захочется сдаться. Дни будут серыми и грустными. Но постой! Никто не говорил, что будет легко. Да, жизнь порой бывает очень жестока, но оглянись назад, сколько всего ты уже прошел и сколько всего прекрасного тебя ждет впереди. У меня есть лишь один страх — сожалеть о несделанном. Это только так кажется, что у нас есть много времени, можно подождать до следующего понедельника. Ну а на самом деле, что тебе мешает начать делать то, что ты так давно хотел, прямо сейчас? Не жди подходящего момента, его просто не существует. Есть только здесь и сейчас.